Вот так он снимает. А вот так вот сюда нажимаешь, он сохраняет видео. А вот сюда нажимаешь, он останавливает. Все. Хорошо. Потом еще раз вот на вот это нажимаешь, а видео продолжает. Хорошо. Всем привет. Нет. Вот участники уже собираются постепенно, потихоньку. Помахайте. Вот. Настроение бодрое. Не боимся, да? Стульчика нету. Все, они подходят? Подходят? Цветами, так красиво. Джип случайно не твой? Постепенно подходят. Ждем Мадлен. Центр вкусного кова. Точно, точно попали, не промазали. Это очень важный
что вы вместе со своими детьми прикладываете очень много усилий и стараний, чтобы ваши дети тянулись к творчеству. Также хочется отдельное спасибо сказать директору этого заведения по совместительству ученику, также моему, за помощь. Даниэль сам предложил нам помощь в организации этого мероприятия. Поэтому, Даниэль, огромное вам спасибо, что сегодня вы устроили такой творческий праздник для наших детей. Ну хорошо, давайте тогда начнем. Попробуем вместе насладиться и окунуться в атмосферу искусства. Давайте будем внимательно наслаждаться исполнением наших детей. Ну и откроет наш концерт самое взрослое, можно сказать, среди юных, взрослые у нас еще есть, талантливая ученица Вера, Карина Вера. Исполнит она нам мелодию «Изи». Композитор Александр Дардемышский. Продолжит наш концерт. Кунакужаева Мадина. Исполнится он
на фильм «Ухатина».
тобой налью. Тебе какой? Какой тебе? А? Яблочный. Thank you.
Thank you.
всего полгода. И для ее уровня это очень сложное произведение, но она поставила цель, и она ее достигла, и ставила физически. Молодец. Дорогие гости, наверное, вы немножко подустали от классики, поэтому предлагаю вам окунуться в другой вид музыки, а это танцы. А сейчас нам музыкальный подарок предоставляет школа лезгинки Damon Style. Выступает ансамбль Арзи. Но для того, чтобы нам их увидеть, нам немножко придется переместиться в правую часть зала. Прошу. Где право? Где-то там.
А у меня все снимают. Thank you.
Thank you.
Большое вам огромное спасибо.